Сегодня белорусская милиция работает в непростых условиях. Мы видим, что происходит вокруг наших границ. Как пытаются дестабилизировать обстановку в Республике Беларусь. Но мы делаем все для того, чтобы на нашей земле был мир и порядок. Праздничный концерт прошел и в Бобруйске. В драмтеатре поздравили сотрудников управления внутренних дел. Еще до начала гости могли посетить выставку служебного транспорта на площадке перед учреждением культуры и отведать солдатской каши с чаем. На сцене чествовали личный состав и ветеранов. Наше главное достижение – это безопасность на улицах нашего города. Поэтому я искренне от всей души поздравляю каждого сотрудника органов внутренних дел с этим праздником. Желаю крепкого здоровья, мирного неба, успехов во всех начинаниях. Ну и все мечты, которые где-то, может, были не достигнуты, то обязательно, чтобы в преддверии вот этого праздника они обязательно сбывались. Уже более века правоохранители обеспечивают защиту граждан от преступных действий, следят за ситуацией на дорогах, безопасностью в стране. Люди доверяют органам правопорядка, оценивают их усилия, а награды всегда находят победителей. В конце года служба участковых инспекторов милиции органов внутренних дел отметила вековой юбилей. Бобруйчанин Иван Заблоцкий – победитель областного смотра конкурса профессионального мастерства. В торжественной обстановке старший участковый инспектор получил ключи от новой служебной машины. Непосредственно участок он занимает по площади половину Ленинского района города Бобруйска. Плюс еще у нас отдаленный поселок Титовка, который за Березиной находится. Поэтому машина очень огромную службу сослужит нам. Спасибо руководству, что доверили представить УВД города Бобруйска на конкурсе. И вот так получилось, что выиграл главный приз. Профессия у скромного героя не из легких. Динамичный график расписан буквально по минутам. На плечи ложится огромный спектр задач. Самое главное – профилактика правонарушений и преступлений на участке, а это порядка 12 тысяч домов. Поступают благодарственные звонки о работе участкового на административном участке. Всегда на страже порядка. Благодаря таким людям, преданным своему делу, бобруйчане могут спать спокойно. Настоящие профессионалы в нужный момент придут на помощь и никогда не предадут свои принципы. Закон, справедливость, Отечество. Елизавета Липеева, Никита Жвайковский, Максим Калинин, Бобруйск, 360.